металлическая эстакада, да, идет сверху, запитка от, ну, от рельса, да. Скажите, какая защита от молний? Ну, молния защита это проводок. А рельсы, знаете, ну, ударит в рельс молнии, что? Это не страшно, да? Юнибус, он сделан с электроизолятора корпус, поэтому тоже удар не страшен. Это не самолет, который там при ударе молнии, шаровой молнии, он выходит из строя, все погибают. Поэтому, естественно, молния защита у нас есть, и собой молния защиты является путевая структура. У нас там один из рельсов будет землей, и он будет заземлен, естественно, опоры будут заземлены. Поэтому этот вопрос решен, не представляет опасности.